Да, короче, мы едем на газевые вулканы, но поскольку моя машина, то дорога не выдержит, а моя костей 4 человека, она не летит, но мне места в машине не хватит. Место только потянул в багажник. Не очень удобно, конечно, зато отгинает, да? Поднимаемся все выше. Мы подъехали к вулканам. Сейчас мы выйдем. Меня освободят из плена. Видите, здесь только джипы. Хотя наши местные милиции приезжают, даже на Жигулях я вижу. Сауэ. Жигулиек! Сначала мы решили пойти к этим вулканам. Я слышу звуки бульканья. Клево. Надо быть осторожным. How are you? Это наш водитель джипа. Шамин Алим, познакомьтесь. Ты меня сними. Снимаю. Азербайджанский мужчина с женщиной никогда не оставит. Ова. И вдвоем, кто-то спасибо. Да, я только это хотел сказать. 13 мая, 22 год, мы с вами в Габустане на газевых вулканах. Короче, как сказал нам Шамин Алим, здесь можно летом, когда тепло, конечно, принять грязевую ванну. Сейчас мы поднимемся наверх, посмотрим. А потом пойти там, типа, какого-то озера. Ну, там тоже так грязное, но все-таки более-менее водянистое. Сейчас посмотрим. И там можно уже помыться. Надо подняться. Спускаемся, идем к озеру. Как вода? Выходит газ. Там есть небольшое озеро. Диаметр, наверное, метров 20. Ну, я не сказал, что она такая теплая. И вот там грязь. Ну, в общем, можно как-то обмыться слегка. Передвигаемся обратно. Жаворонок. Оп, полетел. Это грязь, вот, которую вулкан выдал буквально в последнее время. Да. Представляете? В зависимости, видимо, от интенсивности. Может быть, от ветра как-то это распределяется струя. Попробую я подождать его, достать. Он хорошенечко выдал. Давай, мальчик, не подведи меня. 3, 4. Magical. Красавчик. Magical.